Потребности современного бизнеса предполагают работу с огромными объемами информации. Ее классификация, глубинный анализ и эффективное использование становятся первостепенной задачей для любой организации. Компания Kingston работает в компьютерной отрасли уже 30 лет. В 2001 году мы начали осваивать выпуск флеш-карт, и сегодня Kingston поставляет память и твердотельные накопители в крупнейшие дата-центры мира. В 2009 году, когда мы создавали свои первые SSD, мы ориентировались на модернизацию клиентских систем и приложения для вертикального рынка. Наши твердотельные накопители должны были выглядеть как обычные жесткие диски, поэтому оснащались они соответствующим интерфейсом, который накладывал ограничения на эффективное внедрение технологий NAND. Требовалась разработка нового интерфейса. Это не могло произойти в одночасье. Оптимальное решение было найдено инженерами за 7-8 лет. Им стало использование шины PCI-Express. Кроме того, была создана спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям, получившая название NVMe. Нами были вложены немалые средства в разработку и внедрение этой перспективной технологии. В итоге Kingston объединили усилия с денверской компанией Liquid. Liquid — это молодая компания, выпускающая продукцию для дата-центров. Мы обеспечиваем коммутацию устройств на базе PCI-Express, применяя собственные программные решения, позволяющие эффективно управлять инфраструктурой. Совместно с Kingston мы создаем быстрейший в мире твердотельный накопитель, объединяющий наши разработки в сфере коммутирующих матриц и технологию NAND. Результатом стал DCP-1000 — высокоскоростной накопитель с интерфейсом NVMe и PCIe, в котором несколько контроллеров SSD сгруппированы для достижения оптимальной производительности и максимальной емкости. Все это позволяет оптимизировать аппаратные средства. Объем работ, на который прежде требовалось два сервера, теперь может быть выполнен на одной машине. А значит, снижаются затраты на закупку техники, электропитание, охлаждение, а главное, уменьшаются административные расходы. Лучшие результаты при минимуме аппаратных средств. Интерфейс NVMe — это новый шаг в индустрии хранения данных. Мы полагаем, что его внедрение повлечет заметное повышение производительности приложений. Искусственный интеллект, виртуальная реальность, программно-определяемые хранилища — все эти направления получат дополнительный стимул благодаря приросту эффективности, обеспечиваемому NVMe. Я думаю, в будущем дата-центры окончательно откажутся от использования твердотельных накопителей с интерфейсами жестких дисков. Компаниям, имеющим дело с колоссальными объемами информации, важна оптимизация анализа и обработки данных, чтобы действовать на пике своих возможностей. И NVMe — это тот интерфейс, который позволит им достичь этого результата.